Середина стороны треугольника равна удалена от всех его вершин. Докажите, что этот треугольник прямоугольник. То есть, что такое равна удалена от всех вершин? Это центр описанной окружности. Вот нам говорят, что если так случилось, что описанная окружность так замечательно расположена, что ее центр – это середина стороны, то оказывается, в таком случае треугольник прямоугольник. Иногда то же самое говорят так. Угол, опирающийся на диаметр, прямой. Теорема о внешнем угле треугольника. Это же все было просто для поднятия авторитета. Да. Это было просто для того, чтобы показать, что вы умная. По делу это не абсолютно не нужно. Расскажите проще. Этот угол бета, это тоже угол бета, этот угол альфа, это тоже угол альфа. А сумма всех углов равна 2 бета плюс 2 альфа, значит, этот угол равен в 2 раза меньше, то есть 90. Поняли? Можно было не смотреть на центр, конечно. Я не знаю, еще раз. Не смотрим на центр, а просто говорим, что углы альфа, альфа, бета, бета. Углы треугольника, да? Это 180 градусов. Значит, альфа плюс бета, это 90. Вы все поняли, да? Угу. Замечательно.